эти конструкции? Обрабатываются огнедиодной защитой, перелакс. Только перелакс у нас не пропускает экспертиза, другую огнедиодную защиту. Дома 7, 9 и 11 по Можайскому шоссе в Одинцове скоро преобразятся. Сейчас на каждом объекте работают по 12 строителей, проводится капитальный ремонт кровли. Происходит полная замена слепильной системы и самой непосредственно кровли. Вот. Также будут проводиться работы по ремонту вентиляционных выходов и замену водосточных труб. В общем, полный капремонт кровли. Глава муниципалитета Андрей Иванов посмотрел, как продвигаются работы. Результатом остался доволен. Все идет по графику, а в качестве материалов нет сомнений. Также глава пообщался с жителями микрорайона и выяснил, что дома нуждаются не только в замене кровли. Мы предлагаем уже как раз через программу реновации забрать нас еще на весь микрорайон. Наш первый микрорайон. Да. И 1, и 1А. Чтобы как раз эти дома, соответственно, с низкими построить. Готовность домов 85, 70 и 60%. В двух из них новая крыша появится уже к августу. Ремонт третьего дома закончат в середине сентября. Эмилия Аракелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».